Генерал Владимир Маркин, похоже, может все. Даже после ухода из СК и Следственного комитета генерал, кажется, найдет чем себя занять. Ну, может, да ну его Росгидро, лучше сразу на сцену. А что, первый творческий дуэт у Маркина уже есть вместе с Пьехой, конечно, Стасом. Он уже набрал 350 тысяч просмотров на Ютьюбе. В 15-м году, то бишь в прошлом году, мужчины исполнили песню «Родина». Она стала неофициальным гимном СК. Давайте вспомним, послушаем, оценим. Мы ищем тех, кто перешел черту. Мы правду защищаем и людям помогаем. Вообще, «Родина» и все, что с ней связано, видимо, очень вдохновляет генерала Маркина. Уже в этом году он вместе со своими коллегами декламировал стихотворение «Родина Симонова». Это был своеобразный подарок от Следственного комитета ко Дню Победы. Кстати, получилось довольно-таки проникновенно. Давайте послушаем. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. «Духлесс 2». Два сезона сериала «Пятницкий». Не поверите, Маркин снялся во всех картинах. Где-то это было камео, то бишь он играл сам себя, где-то образ сотрудника спецслужб выдуманного. Вот, например, «День дураков». На экране комедия 2014 года, фраз в минутной роли, правоохранителя у Маркина немного. Он настолько талантлив, что вся игра во взгляде. Ну, хорошо, Иван. Ну, знаете, как прикольно себя ощущать честным и нормальным человеком среди жуликов и воров. Знаю. Ну, я не то хотел сказать. Ну, а почему вы решили прийти к нам?